Поддержку в Индии находят проекты, которые связаны с зеленой экономикой, еще лучше, если речь идет об инфраструктуре. Войти на рынок со своими электробусами планирует Белкоммунмаш. А вот белорусскую инновацию, частную, так называемые небесные дороги, представляет автор и генеральный конструктор. Принципиально новый вид транспорта. В Индии у нас уже есть предзаказы на несколько проектов. Это грузовые перевозки, угольные электростанции, это городские перевозки, это портовые перевозки, контейнерные и международные перевозки. Это белорусская разработка, белорусская инновация. И она очень востребована в Индии, где 1,3 миллиарда представленных человек. И коммуникации недостаточно, инфраструктура не развита, и мы можем помочь. У нас уже здесь созданы компании совместно с индийской стороной, и нам тоже сейчас выделяют землю под тестовые участки.